Всем привет! Ну и сегодня я буду лепить персонажей из игры Friday Night Funkin'. Точно я не знаю, как правильно произносится это все, так как я игру саму тоже не играл. И вот, кстати, авокадо-бегемот из прошлого видосика, ссылка в описании. Ну и по поводу этой игры. В нее я сам не играл, ну, просто увидел то, что многие лепят именно ее. И мне стало интересно, что за там персонажи, и зашел в Google. И прямо на глазах выключили свет. Круто. Ну и пришлось включить свой там фонарик. Ну ничего, скоро включат. Ну и начинаю я с кроссовка того самого персонажа. Это был мальчик, который поет вроде бы, как я понимаю, для девочки. И всегда ему попадаются какие-то персонажи. И, кстати, пишите в комментариях, и я обязательно рядом с ним добавлю еще одного персонажа. Только какого, зависит от вас. Как вы видите на заднем фоне, я уже подготовил, где он будет стоять, вот эти разные доски там типа. Точно я не знаю. И вообще надо будет мне скачать эту игру, посмотреть, о чем там речь. Ну и сейчас я начинаю делать кроссовки. Пока делаю правую ногу вроде бы. Да, правый кроссовок. Потому что левый вроде должен быть побольше, как я понимаю. Ну и поставим его на место. Добавляем синий пластилин. И второй кроссовок уже готов. И добавляем белый пластилин. Не обращайте внимания на вот этот формат видосика, который сейчас идет. Это было из ТикТока. Да, я снимал туда. Как вы знаете, у меня есть ТикТок. Ссылка в описании. Ну и взял видосик. Ну и вот сейчас я начинаю делать голову. Кепку. И еще волосы. И начинаем делать еще брови. Голова у меня получится неравномерно с телом, так как это все равно игра, а не реальная жизнь. Кстати, рот я не слепил, а покрасил ручками. Я сделал вот такой вот микрофон, ну и получился он как-то неаккуратно. Но ничего, мы это исправим. Ну и, конечно же, прикрепляем к нашему персонажу. Ну а сейчас я делаю большие буфера или колонки. Я сделал вот такой квадрат светло-серого цвета. И сейчас делаю овал внутри его. Там будет два овала, чуть потемнее цвета. И внутри будут еще маленькие овалы черного цвета. И, кстати, сразу предупреждаю, фигурки получатся чуть-чуть по-своему. То есть не будет прям в точь-точь, как в игре. Чуть-чуть с размерами я как-то по-своему сделал. Ну и вот здесь в углах есть какие-то точки. Ну не знаю, сделаем. Ну и начинаю делать ту самую девочку. Начинаю с ног. И заканчиваюсь. Я, короче, начинаю снизу и иду вверх. Потому что так будет даже удобней. И я уже, как вы понимаете, не леплю
все отдельно. Я сразу собираю как какой-то конструктор. Ну, то есть, я не отдельно собираю персонажа, а потом сажу, например, на колонки. Я сразу частями какие-то части тела сажу на колонки, и вот так получается. Но сейчас я делаю голову. Делаем губы из розового пластилина. И главное найти, куда правильно их поставить. Ну, вроде правильно. И, конечно же, надо делать глаза. Глаза будем делать из черного пластилина. Думаю, волосы это будет самой трудной задачей. Ну и, конечно же, делаем правый глаз. Но для вас он левый. Сделал ресницы. Ну а сейчас я думаю, делать ли мне контур или мне не делать. Так же, как в игре. Сначала я проверю с контуром. Ну, думаю, не делать. Ну и в итоге я не сделал, и надо сделать руки. Вот сделал руку, и надо сделать еще одну руку, так как и у нее их две. Ну и посадил я ее на колонку, и сейчас надо приклеить еще колонку. Ну и не забываем, так как у этого боя на футболке вот такой... как бы шар, что ли. Хотя не, вот такой вот круг, и он зачеркнутый. Ну, вот такая вот картинка, про которую я уже забыл. Ну, ничего, сделаем сейчас. Ну и вот, у нас что получилось, я все приклеил. Ну и теперь, конечно же, надо покрыть это все лаком. Думаю, лаком будет выглядеть с лаком все лучше. Думаю так. Ну и вот я покрыл все лаком, и я понимаю то, что не зря я его им покрыл. Получилось очень прикольно. Надеюсь, вам нравится видосик и понравилось, что я сейчас слепил. Ну и вы поставите лайк, и если не подписаны, подписывайтесь, если хотите смотреть еще новые видосики. Ну, всем удачи и всем пока!